В данном видеоролике мы с вами разберем, как правильно зарегистрировать кошелек OkPay. Итак, для начала, для регистрации OkPay, в принципе, нам нужно придумать данные для регистрации. И, конечно же, нам нужен с вами почтовый ящик, потому что на него придет письмо с активацией. В данном случае мы будем использовать уже созданный заранее почтовый ящик. И так как я записываю, будем так говорить, обзорные, да, видеоролики, я использую всегда выдуманные средства, выдуманные данные, будем так говорить, даже не средства, да, а данные. И поэтому, в принципе, я продублирую почту Яндекс, которую я создавал в предыдущих видеообзорах. И, в принципе, эти же данные использую для регистрации кошелька OkPay. Просто вот так вот подставлю и все. Значит, для начала, что нам нужно самое главное? Первое, мы заходим сразу на почту, на электронную почту. Заходим в Яндекс.ua, с правой стороны форму входа вставляем логин полностью вместе с собачкой Яндекс.ua и пароль. И нажимаем «Войти». То есть мы как бы авторизовываемся сразу на почте. Все, на почту мы с вами зашли. Далее заходим на сайт okpay.com и вверху находим «Открыть новый счет». Нажимаем на него. А далее у нас появляется вот такая форма. Значит, форма собственности персональная, корпоративная. Мы, в принципе, как обычные пользователи данного кошелька, оставляем галочку «Персонально». Дальше идем «Страна», выбираете ту страну, в которой проживаете. Дальше, электронная почта. В принципе, мы уже данные скопировали, да, то есть берем электронную почту, вставляем ее. Дальше идет номер мобильного телефона, здесь он не обязательный. Видите, где стоят красные звездочки, это обязательно, где их нет, это не обязательные поля для заполнения. Значит, смотрите по желанию. Дальше, имя, фамилия. Значит, мы берем наше имя, фамилия. И вставляем соответствующие разделы. Опускаемся ниже. Да, далее мы уже должны придумать пароль. Пароль должен быть сложный. Он должен состоять из маленьких латинских букв, с больших латинских букв, с цифр, специальных знаков и быть, состоять не менее чем с 8 символов. В принципе, у нас пароль подготовлен, не хватает только, в принципе, специального символа. Ну, давайте вот знак доллара поставим. Выделяем, копируем, вставляем и повторяем. Когда вы копируете, вставляете пароль, видите, здесь должно быть зеленое все, да, оно красное. Что нужно сделать? Мы знаем, что последний символ у нас знак доллара, мы его удаляем и опять ставим. Вот так вот. Все, и тогда у нас уже все отлично получается. Все данные мы заполнили, нажимаем «Согласен создать счет». Далее у нас появляется вот такое вот окно. В принципе, мы его можем закрыть и заходим на наш email. Видим, что пришло письмо, нажимаем «OkPay». Далее у нас тут открывается информация и нас просят нажать на ссылку для активации. Жмем на ссылку. Далее у нас открывается вот такое вот окно, где нужно, в принципе, нас просят выбрать, какой мы хотим себе счет, персональный или бизнес. Но я вам скажу так, что если мы просто обычные пользователи, нам достаточно персонального, то есть ставим галочку сразу персональный, или даже это можно потом сделать, но, в принципе, лучше, наверное, сделать сейчас сразу. Ставим персональный, нажимаем продолжить. Далее мы попадаем уже в свой кабинет кошелька. И здесь сразу вопрос первый, что является идентификатором кошелька. То есть в данном случае это самый важный вопрос на данный момент, потому что когда вы будете получать деньги или выводить деньги, там будет система писать вам, что вы можете поставить либо ID кошелька, либо email адрес. Значит, как вы поняли, значит, кошельком может являться и email адрес, на который вы регистрировали данный кошелек, и ID номер данного кошелька. Email адрес понятно, да, то есть тот, который вы указывали при регистрации, и вы будете его указывать при входе.
А где же взять ID номер? Значит, когда вы зашли в свой кабинет, с левой стороны, где название Wallet 1, под низом есть маленькими такими вот, такая вот надпись OK, две большие буквы OK и цифры. Вот это и есть ваш ID кошелька. Он относится как к евро, как к доллару, так и к рублям. То есть, в принципе, если вы будете получать в рублях, то вы указываете этот, да, то есть, если просит система, опять же. Потому что в некоторых случаях система может просить для получения денег на OKPay укажите email-адрес, да, тогда вы указываете именно email-адрес, на который вы регистрировали OKPay. А если система пишет на выбор ID или email, то вы уже сами выбираете, что лучше поставить. Или система может попросить вас поставить только ID. Тогда вы вот заходите и здесь берете. Хочу сразу здесь сказать, отметить, очень часто делают ошибки партнеры, когда, будем так говорить, создают, прописывают кошелек вручную ID, да, и зачастую вместо больших двух букв они пишут маленькие. Это тоже является ошибкой. И чтобы не допустить никаких ошибок, вы лучше зайдите в кошелек, аккуратненько выделите и скопируйте. Опять же, если вы неправильно выделите, как можно неправильно выделить? Можно выделить, видите, вот в конце появляется пробел. То есть это тоже будет ошибка. То есть нужно четко от символа до символа вот так выделять, чтобы не было больше нигде тут пробелов в конце и начале. И правой кнопкой копировать этот кошелек. Либо вы пишете вручную правильно, две большие заглавные буквы ОК и остальные цифры. Инструкцию, то есть обзор по кошельку я буду делать позже. Данный видеоролик нацелен просто на регистрацию. И есть еще один очень важный момент, который вы должны знать. Если вам нужно несколько кошельков OKPay, как вам зарегистрировать еще, да, кошельки? Значит, в данном случае вы, конечно же, что сделаете? Нажмете «Выйти». И, в принципе, будете нажимать «Открыть новый счет». Я вам порекомендую делать немножко все по-другому. То есть, в данном случае я вам рекомендую почистить историю и заново зайти на сайт okpay.ru. То есть, вот с этой страницы, с главной страницы начинать регистрацию, вот, нажимать «Открыть новый счет». Вы спросите, почему так? Ну, потому что если делать по-другому, часто система выдает, что такой email-адрес вы уже зарегистрирован. И то есть вы будете ломать голову, почему так происходит. Поэтому воспользуйтесь этой подсказкой. Если вы будете делать новый кошелек и еще несколько кошельков, то всегда заходите заново в okpay.com и уже начинайте регистрацию. Спасибо за внимание и до скорой встречи в следующих видеороликах.